Огромное количество людей пришли встретить спортсмена на железнодорожный вокзал. Раджаб Бутаев провел свой 4-й победный бой в для него новой организации и тем самым завоевал титул на ABF в суперполусреднем весе. Родные, близкие, одноклубники, друзья и совсем юные боксеры приехали с той целью, чтобы встретить чемпиона. Тренируюсь в основном в городе Хасавюрт, в спортивном комплексе Гамида Гамидова, где Сагдаша Дарбишевич сделал все условия, чтобы завоевал такие вот пояса. За это ему огромное спасибо. И вот наша группа боксерская, которая скоро меня догонят. Мой первый тренер, который меня тренирует с 9 лет, Ахмед Джанаев. И у меня еще один тренер, Эдуард Кравцов, который меня готовил к этому бою. И им огромное спасибо. Раджаб сразился за вакантный пояс на ABF в суперполусреднем весе с опытным вейгером Габором Горбичем, который имеет рекорд 35-3, как кикбоксер. Также является бывшим чемпионом Венгрии и Словакии в полусреднем весе. Кроме того, в этом году венгер дрался 12 раз. Но несмотря на это, отмечают представители спортивной школы, в котором уже много лет тренируется Раджаб Бутаев, наш спортсмен не оставил шансов сопернику. Впервые воспитанник нашей школы Раджаб Бутаев в Америке уже это провел 4-й бой. Обычно некоторые по 10-15 боев проводят, рейтинговые боев не дают. А ему уже 4-й бой дали рейтинговые. Он стал чемпионом Северной Америки. И среди профессионалов это не такой, а ведь парню всего 23 года. Несмотря на возраст, он добился большего, чем многие профессиональные боксеры. Это также отметил Иманпаша Умаханов, который является директором специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва имени Шамиля Умаханова. Во многом, как он продолжил, это заслуга его наставников и родителей, которые всегда с ним и его поддерживают. Честно говоря, уже я, конечно, рад, во-первых, ну и привык я на этом, потому что провел 300, более 300 боев, тоже успешные бои, все, почти можно сказать. Благодаря все это, конечно, Ахмеду, тренеру Жанаеву, Сагибдаша Дарбишеву, который всем спортсменам, он очень много делает, уделяет внимание, и в том числе моему сыну тоже. Конечно, я благодарен им всем. Бутаев доминировал весь бой. Венгер устроил настоящую гонку по периметру ринга. Раджаб пытался втянуть Горбича в размен, но бывший кикбоксер не поддавался на уловки россиянина. Все судьи единогласно отдали победу нашему земляку Раджабу Бутаеву, хасавюртовскому боксеру, который тренируется с самого раннего детства во дворце спорта имени Гамида Гамидова. Арслан Дациев, Бика Сулейманова, Магомед Тимирсултанов. Информационная программа «Пульс».